چه کدای؟ زیکشیدی تو؟ ما میلیونر بیشم. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Пабло Эскобар, вы кто по нации? Нормально у меня дела. Я всю ночь не спала. В рифму сказала. Закрывала вот этот план. Гандонский. Но у меня пока что не очень вышло. Таджик. Вы посмотрите, что у меня с губами. А что не спала, звук у тебя, конечно. У меня... На холоде капец, как это все. Ты таджикский знаешь? Да, знаю. Язык у тебя, конечно. Ты где мне там язык развидел? У меня язык за зубами. Я ж рот не открывала. Ай. Кто тут мужчина? Закройте мне второй стар. Я хочу увидеть мужчину. По разговору ясно, какие. Какой? Причем тут мой язык? А забуду. Пишу о модестай. На какой минуте мне смеяться? Пассажкан акл. Ин о тайгере. Думаешь, одна фамилия бахадачик. Давай на русском. Ну, потому что материшься, матерюсь, потому что привычка. Ради вас прошу материться. Ама фахметники. Топ-домешник покат. Пабло Эскобар, ты это ведущий или просто донатер? Это плохо не украшает. Я знаю, что не украшает. Так получается. Вот так выходит... Чем мне мазать губы, чтобы они вот так вот... Хадат бедони шит. Пабло Эскобар, ты меня на своем материшь, да? Нет, ты что? Я немного таджикский не понимаю. 50 на 50. Блин, мне вторую звезду надо закрыть. Закройте мне вторую звезду, я перестану материться. Эй, ты таджик или русский? Я? Узбек. Я узбек. Вот я хорус дитам почти. А, ок. Ты такая простая, закройте вторую звезду. Да, я простая. Я сразу говорю, что мне надо. Сразу, четко, коротко, ясно, понятно. А ты что думал? Многие люди для этого здесь сидят, я открою секрет. Они не сидят просто, чтобы с вами милые беседы вести. Клянусь, так и есть. Конечно, не говорю, что мне все обязаны. Кто хочет, тот кидает. Кто не хочет, тот не кидает. За себя отвечай. Если ты зашел сюда агриться на меня, выйди, пожалуйста. У меня нет настроения. Давай я график сделаю. Можешь заходить, потом будем сраться. Потому что у меня реально уже сил нет. Я всю ночь сижу. Зачем? Затем, что ты что-то не с хорошей ноты сюда залетел. Меня чуть-чуть выбешивать это начинает. Все, иди уже поздно. Да не хочу. Не хочу. Прикройся, бронежилет торчит. Это не бронежилет, это топ.
как ваши дела? Вдруг черешня выскочит. У кого что на уме? Не переживай, не выскочит. Ты много об этом, главное, не думай. Ровно сиди, не хочу, у меня спина болит. У меня болит спина. Кап дури. Если так и будешь сидеть, кто... А что мне сделать, Пабло Эскобар, что ты предлагаешь? Снять одежду? Не дари, ради бога, Пабло Эскобар, не дари. Но... О, да, делай грязь. Ты своей сестре так же будешь говорить? Не делай так никогда. Не, ну в принципе, вы, типа, я такие шутки не понимаю. Типа, делай грязь и так далее. Если ты так будешь сидеть, то никто тебе ничего дарить не будет. Ну что мне делать? Ну, предложение скажите, что мне делать? Дайте мне старт какой-то. Материться нормально. Да, я еще с этого момента, с того момента, как ты сказал, не материть. Я не материлась ни разу. Играй с популярными. Я играю. Ну так, иногда. Когда время есть. Удачи тебе тогда. Ну, посмотрим, сколько ты потянешь. Все. Кто это пишет? Да, просто когда высунула из этого, заметил, что у тебя там белые, нечищенные, из-за этого тоже брекеты врос. Чего? А я тоже брекетов. И что, до чего докопаешься? Да блин, это же не докопаешься. Просто сказал. Я же ничего плохого не говорю же. Язык у всех разный, ясно? Это у меня не налет на языке, если что. Я извиняюсь. Ничего не делаю. Я тогда извиняюсь, окей? И зубы не переживайте за мои зубы так. Я каждый день чищу. Все хорошо, я извиняюсь. Окей? Все нормально? Нормально. Все, давай тогда. Нормально так покакал за дверью, потом извинился. Thank you.